Приветствую, любители стратегии. Вы слышите Алексиуша де Португалиуша Фигаша. Короче, буду во все слова просто букву Ш добавлять и практически по-португальски заговорю. Потому что играю я за Португалию, новую цивилизацию, которую добавили Sidmer Civilization 6. Прохожу на последнем уровне сложности божество. Божество против компьютеров на новой кати-карте тоже. На карте болото. И если вы случайно отключите на это видео, то перейдите к первой серии, лучше смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии видят в вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Ну, давайте продолжим. Я, наверное, уже на автомат поставлю, тем более, что я скоро тут уже космопорты сделаю. А на что я тут прокачал? Мгновенно обосновывается. Давайте еще потырим немного технологии. Так, я уже могу строить космопорты. Чем я и займусь, в общем-то. Все, можно эти метки убирать. Так, в Каимбре тоже строим космопорт. Так, а где у нас тут лучше был этот пригород? Тут плюс 5, да. Сюда поставлю космопорт. Это у нас место на пригород остается. Так, в Эвере. А, видите, не хватает жителей. А, не. Хватает, слава богу. Да, когда-то, кстати, давным-давно космопорты тоже требовали жителей, чтобы побольше города были. Сейчас это убрали. Так, какими самые производственные вообще города? Понятно, что Лиссабон, Каимбра, Эвора. Вот, собственно, эти. Вот Фуншал. Несомненно, кстати, вот тут у нас будет. Угольная 10, да? Давайте, наверное, угольную. И потом космопорт поставим вот здесь. Геморрайнш, несомненно, у нас мощный. Так, а у нас тут у нас тут леса, да? Давайте, наверное, вот сюда. И для того, чтобы вот тут поставить, нам нужен строитель. Плюс строителя. Ну, я думаю, 5 городов хватит. Остальные уже не такие мощные по производству. У Гала вообще нету никаких коммерческих районов. Где у него там деньги? Откуда берутся, вообще непонятно. Кайба 372, Картахена. Да, тут, правда, предыдущего шпиона убили. Прокачанного. Я вообще про этот нефрит забыл. Знаете, давайте я тут еще одного. Только не здесь, а в Каимбре еще одного строителя куплю, просто тут дополнительный заряд будет, и вот в Эвере тут все обработаю наконец. Так, тут я нормально все стоит. Ну, вторугу уже до 6 доведу. Хорош шпион. Давайте продолжим тут шпиона, тут как бы производства немного, чтобы космопорт строить. Фуншале недостаточно жилья. Я, наверное, все надо переключить на еду. Тут достроится морской порт и жилье появится. Блин, 1123 вход. Вот это я уже понимаю, круто. Но это золотой век, конечно же. Тем не менее, 1123 золота вход. Вот это хорошо.
Прикиньте, сейчас отменят все международные торговые пути ко мне. Вот это будет вообще кайф. Ну, это единственное, кстати, мне кажется, что-то действенное, что можно Португалии в этот период поставить. Но проблема Всемирного конгресса в шестой циве, что это рандомно. Это ж фигня может просто не выпасть и все. Я просто тут все за себя волью, конечно же. К типичным бонусам, ну, давайте. Да, давайте научные не приносят ничего. Хотя наконец-то начнутся сейчас очки флотоводцев капать. Хоть немного. Отменится эта резолюция. Так. Ко мне приносит плюс 4 золота. У меня дополнительный торговый путь появился. Проверим дипломатическую победу на всякий пожарный. 7 из 20. Нормально. Четыре монеты просто. Кайф. Давайте посмотрим все-таки, какие. Я думаю, что тут и побольше уже еще будет. Должно быть. 31,5. 54. Ну, собственно, 54, похоже, реально самое. Несмотря на то, что у меня даже этих союзов нету. С Галом, почему у меня к Галу такие офигительные караваны? У меня там, правда, две фактории как раз в Адуатуке. Но все равно. Не, наверное, в Кинесео отправлю, тут хотя бы 4,5 производства. Так что давайте в Кинесео. А, подождите, это не отсюда. Жаль. Так, подождите, а что тут на производство вообще тогда максимум? Нет, давайте вот на производство. В данном случае, так как тут я строю космопорты, то тут я караваны именно на производство начинаю отправлять. Так, тут нам надо будет вырубить лес. Так, этого я хотел сюда доразбираться со всеми клетками в Эворе. Хамурапи артефакт. Да тут погиб, что ли, какой-то апостол? Причем астролябию оставил. Интересно. Каким образом, интересно? Так, школа навигации. Поставляем еще лабу купить, а строим. Нет, гидро все-таки. Давайте фабрику сначала. Война золотого века Амбиорикс могу объявлять. Ну, а смысл мне с ним воевать? У меня и так все норм. А, блин, я Валету хотел, блин. И потратил послов. Вообще, я сейчас могу, когда охрану природы открою, у меня будет 4 посла, и Валету я вполне могу засоюзить. Просто я думаю, строить ли мне морские плотины или купить за веру. Очевидно, что у меня веры достаточно, чтобы их купить просто. Так что давайте подождем открытия охраны природы. Тут мы идем куда? В Уран. Надо же кого-то ядерку бросить в любом случае. Мы как лохи без ядерки будем. Лунная экспедиция. Я бы сначала лунную экспедицию открыл. Потом Уран уже.
547. Второго места 350. Блин, я тут где-то лабы надо довыкупать. Вот в Лейрии лаба. В Беже нету лабы, тоже надо будет купить. Так. Мне бы, конечно, к Майе отправлять на самом деле. И у нее тырить науку. 47-51. Майя... Ну и к Хамурапи. Давайте к Хамурапи отправлю. Потому что у Хамурапи могут быть такие неожиданные техи уже открыты. Так, гидроэлектростанция. Тут мы один ход пропущу, я тут вырублю лес. Паро. Пиона. Так, торговца надо купить, кстати. У нас доступные. Блин, вот это хреново, что никак нельзя отсортировать. Вот смотрите, Португалия с огромным количеством караванов сидит. Давайте, наверное, из Фуншала Пуалы на 7,5 производства. Так, и вот мне тут надо... клетку эту выкупить, чтобы не досталось Галу. И космопортик сюда. Отличненько. Тогда тут мы откладываем производство. Во всех остальных городах у меня что-либо строит, да? Да. Отлично. Испания думает объявить войну Фесу. Не думаю, что он ее возьмет. То есть ему только с моря можно захватывать. У него квадрирема, блин. Так, блин. Эрмитаж и Христос Искупитель. Там совершенно случайно культуры нет. Никто. Культуры тут ни у кого нету. Из Коимбры в Толедо. Опять на производство. Почему первым 4, а не 6 идет, потом идет 3, 3? Вообще не понимаю. Это какая-то... Есть программисты среди зрителей? Какая-то сложность сделать сортировку нормальную? Вы видели, как караван вообще бежит? Подождите, я так просто жамкнул даже. Фуншалха, он мне сейчас не покажет, да, маршрут? Как будто вот вокруг всего этого континента. Да, ну я все еще не понимаю, почему караваны из внутренних городов Португалии никуда не могут отправиться. Там нету никаких ограничений по этому поводу в описании. Ограничивается только, что я не могу... не в прибрежные города. Почему из Лерии, например, не добегает куда-нибудь, в общем, мне непонятно. Так, что у нас тут есть? Я сейчас хочу больше на производство именно отправлять. Ну вот это не очень, потому что мне... Я хочу отправлять там, где я караваны, космопорты строю. Наверное, из Фуншала надо. Фуншал перебросить.
И в Каим... Нет, давайте... Подожди, а из Лиссабона я тоже не могу? Даже... Я в Лиссабоне даже построил этот... как его? Гавань. И все равно из Лиссабона ни одного каравана не могу отправить. Так, ресурсами... Счастьем поторговать. О, жемчуг с Испании. $1300 золота в ход. Вот это мне нравится. Так, в Беже не куплено лаба. Так, по-моему, по компусам все везде куплено теперь. Тут есть, 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 есть. Да? А, подожди, у меня еще... Не, и тут есть. Все, у меня все компуса куплены. Скуплены. В Ватикане... Вот в Ватикане можно мазутную как раз строить, потому что там бонуса соседства вменяемого нету. Испания больше не стремится к научной победе. Интересно, почему? Потому что у нее одна из тех, у кого вообще прочли эту науки. Сколько тут? 198. Я не понимаю, почему... Вьетнам, это я вот в который раз играю, Вьетнам постоянно упарывается в культуру, причем не в туризм, а именно в количество культуры, но забивает на науку. Так, недостаточно жилья, это пофигу. Ну, как всегда, агента убили. Я не знаю, наверное, можно забить уже на шпионов. Они мне тут особо погоды не сделают. Так, из Фуншала. Ладно, давайте на золото. Там уже максимум все равно 3. Золото как-то они могут отсортировывать. Вроде нету проблем. Сюда отправлю, где 3. Возрождение, возрождение, древний мир. Нету тематического бонуса, жаль. Так, ну что, тут все клетки обработаны. Пошли алюминий. Обработаем вообще, в принципе... Ага, и вот тут надо будет лесопилочки поднастроить. Да, Вадуатуку. 54 монеты в ход. Ну, я видел, и 85 делали монет в ход. Конечно. Так что это не рекорды. Совершенно. Так, 3 хода до космопорта. О, пошли осуждения. В Лерии, наверное, стоит вот тут еще. Хотя тут производства вообще нету. 36. Это скорее фаро. Можно. Не, ну смысл 36. Я не знаю, там, наверное, космопорт будет 20 ходов строиться. Мне даже интересно гляну. 24 хода, блин. Я улечу. Я уже к этому моменту улечу, как он построится. Бежа, кстати, тоже ничего, такой город в итоге получается. Так, угольная 10, да, можно построить. Потом гидроэлектростанцию. Тут верфь. Хорошо, а тут сколько строится космопорт? 26. Ну, тут как бы по производству практически у меня нету. А, давайте морской порт, потом фабрику. Вообще, уже можно
Ух ты, я, наверное, торговля прекратилась какими-то ресурсами. Вот так резко поплохело с счастьем. Ну вот серебро, например. И сахар. Серебро и сахар можно у Колумбии. Принимаем. Так еще странно. Очень, очень мало они требуют за ресурсы. Мед. Два золота вход на 30 ходов. Да, вот это, конечно, ценность. А ресурсы очень важны. То есть счастье. Так, а что я тут торгую в Испании? Какао, чай и трюфеля. А какао надо, чай надо, трюфеля не надо. Какао, чай. Это каждое плюс там к счастью, это ну, 5% к производству. Вот пока 0. Но 3 довольства, это уже будет 5% к производству. А, что дальше у нас? Это все есть. Трюфеля есть. Шелк. Дальше хлопок есть. Это все есть. Слоновая кость. А, вот мне кажется, слоновая кость сейчас эфиоп не продаст. Не, нормально. Даже 8 золота вход вполне меня устраивает. Так, все, теперь вроде все. Некоть, плюс 2 все еще в лесу. Ну, может, следующий ход там пересчитает. Сейчас посмотрим. Да, и следующим ходом мы валету будем сюзеренить. Я надеюсь, хватит у меня. Да не, хватит, 5. Плюс 1. Я думаю, все, хватит. Рок-группы играют, но по культурной победе тут без шансов. All the best romances bloom in the midst of water and air. The two essentials on which life depends have become global garbage. Ну вот тут ставим первый посол. Круче, конечно, карточка там, где каждый посол с другим с другим строем там два посла дает. Так, значит, валетта отлично. Раз, два. Подтверждаем. И теперь просто покупаем необходимые нам. Да, тут есть 80, понимаете, 80. Я реально все могу купить. Так, тут пока нет. Тут покупаем. И реально очень выгодно именно покупать, а не строить. Потому что строится долго. Когда заливает, еще дороже стоит. Так, вот тут в Гемо раньше просто надо вот эту клетку купить. И тогда тут появится. Вот. Кстати, можно, наверное, заодно и вот эту еще. На всякий пожарный. Тут не надо. Тут канализацию можно купить просто. Знаете, в Лиссабоне монумент. Водяную мельницу. Я куда мне девать эту веру? Чуть канализация за веру дороже. То есть, как бы считается, что верующие в канализацию не очень верят. Вот плотина, я понимаю, защищает нас от наводнения, а в канализацию я не особо верю. Пойду в нужник на улице навалю. Все. Закончилась вера.
Так, и там, по-моему, еще вторугу можно было, да. 636 науки. Второе место. Ну, 430. Кстати, колумбиец там наяривает. Здание этого района дает 2 производства. Ну, здорово. Давайте, наверное, в Лиссабоне разместим. О, в Каимбре уже... А что, у меня больше производства, чем в Лиссабоне? Ну, давайте тогда тут будем запускать этого спутник. И купим археолога. Так, у меня уже дофига денег. Надо полазить, посмотреть, какие здания еще прикупить в городах. Колониальную войну амбиоты. Вообще галы, конечно, никакие тут получается. Колониальную войну. Найдены источники, белую пустыню. Ну, по-моему, уже мы все чудеса нашли. Какое-то новое чудо, что ли? Не помню его особо. Так, давайте пройдемся по городам. Зоопарк, кстати, стоит купить, да. Видите, тропические леса еще и науку стали давать. Так, окей, Фаро. Биржу. Я думаю, нафиг надо. Кстати, в Лиссабоне, наверное, можно уже и спецов в науку сажать. Так, тут можно купить и морской порт, и центр вещания. В Лейрии гидроэлектростанцию купим. Так, тут космопорт делается. А купить мы можем... А, все, деньги закончились. Тогда поехали. Так, 680 науки. Ну, Колумбия... Меня реально в этой игре Колумбия очень удивляет своей наукой. Мне там... Уже в комментариях, типа, высчитывали, но я все равно не уверен, что это возможно. Ну, блин, давайте как-то вот так сделаем. Катя тоже космопорт уже строит. Специалисты. Просто вот почему у других компьютеров... Причем это же не научная цивилизация, у них нет никаких бонусов на науку, там, в отличие от Майя или от... Бразилии или от Вавилона. Я поэтому именно меня это удивляет. Так, Вадуатук убегал. Ну и продолжим туда, ладно. Мазутную построили. Кампус тут не нужен. Тут уже вообще как-то... Сколько тут производства? 63. А, давайте этих строителей делать. Тут уже в этих городах, в общем-то, ничего и не надо уже. Блин, что это за... Вьетнамские тут... Гуки мешаются. Минелик опять объявил войну. А, это... Византия объявила войну Майя, а Эфиопия, видимо, с Майя в союзе. Ну, то, что с Майя кто-то воюет, меня радует. Еще бы кто-нибудь повоевал с Колумбией. О, чей-то город отвалился. Испания Лас-Пальмас не может удержать. А где это? Наверное, где-то тут мы не видим.
beautiful the strategy. If you don't read the newspaper, кавалерия, СМИ. Тут вернем на плюс 2 влияние. А где у нас там вообще эти? Давайте в коммунизм пойдем. Две полевых пушки, кстати, можем апнуть сейчас. Побыстрее. Раз и два. Остальное вроде ускорено. А, три корпуса еще надо, блин. Так, где у нас эти... Так, сюда. Сюда. Это раз корпус. Второй корпус будут пушки. А вот и третий. Просто здесь объединим и все, да. Корпуса мы сделаем. Так, тут угольную тоже. Давайте тоже, наверное, строителей пока. Так, алюминий. Слян мы тоже уже все обработали, все возможные клетки. Пошли здесь лесопилочки ставить. Военную академию, наверное, куплю. Центр вещания куплю. И дальше чисто гранты. Собственно, то же самое и в Лиссабоне у нас, да? Что тут? Покупать нечего. Грантики валят сплошняком. Блин, вьетнамцы Иисуса нарисовали. Да, в итоге, конечно, три континента. Наконец-то появляются флотоводцы. Дает необходимое количество послов, чтобы стать сюзереном города-государства. Затем удаляет из города всех послов других игроков. Так, каково мы хотим стать? Ну, Фес нет. Он дает за обращение города веру. Это точно не мне. Болонья. Районы дает... Ну, это уже тоже, мне кажется, сейчас поздновато для Болонии. Хатуса, 2 единицы каждого ресурса. Таруга, плюс 5% во всех городах за каждый вид доступных им стратегических ресурсов. Ну, знаю, сколько раз я пробовал эту... Давайте, наверное, Кахокию, может, за сюзерение лучше. Курганы Кахокии построим. С другой стороны, а нафига? Ну, вообще у меня морские порты построены. У меня и так денег уже дофига. Блин, ты Кахуки как-то... Махенджо-Даро, вот, по-моему, прикольно. Ваши города получат полное жилье от воды, как если бы находились у реки. Это некоторым городам. Но он далеко. Так, значит, это второй корпус.
И это третий корпус. Ускорили. Уже до Данхоя из Коимбры добегает. А, так видите, он только даже... Только я с морским такое смогу провернуть. Ну и кто у меня тут? Фес. Я, по-моему, с Таругой даже не смогу это сделать. А, во где Лас Пальмас отвалился. Фига себе, где испанец поставил. Видите, какая территория у Феса? Это за счет того, что я в него кучу караванов отправил. Ну ладно, давайте Фес засоюзим. Просто, ну, бесполезно немного получился этот флотоводец. Потому что просто не ко всем городам я могу его провести. Есть космопорт. Давайте, пожалуй, еще строителя и... Вперед в гранты. Канализация, водяная. А, блин, на науку надо переключить. Вам не хватает достоинства, да, извините. Не во фраке сижу, играю, согласен. Это вот такой красивый дядечка Василий был, конечно. Вот. Поэтому Хойт меня осуждает. Венецианку зачем построил? Вообще не использую. О, еще алюминий у нас. Кстати. Так, есть спутник. Многолюдный многонациональный город Коимбра никогда не спит. 25 жителей. Что делают? Сейчас скажу. Никогда не спит, но истории из жизни его обитателей сплелись в волшебную паутину грез. А что у нас там с ученым? О, мне вот этот ученый нужен. Я его следующим ходом просто куплю, наверное. Плюс 100%. Ну, не знаю, куда мне уже послов отправлять. На культуру не хочу. Ой, начали... Гореть леса. Это, кстати, может очень тут дофига у меня. Все у меня в лесах практически. Так что, может... Надо ли мне... А, ладно, буду ставить. Кстати, сколько там до конца эпохи? 10 ходов. Ну, могу еще в золотой попробовать. Выйти. Давайте-ка отправим контролировать, чтобы нам космопорт не рушили. Последний раз строю строителей и тоже поставлю на... Гранты. Ой, блин, может не... Забыл, что хочу ученого купить. Не надо мне сейчас деньги тратить.
Так, ну что, 700 науки, да? И 500 науки у Колумбии. Я все еще, вы знаете, я давненько не видел, чтобы компьютер так много науки имел. И это не научная цивилизация. Такое ощущение, что что-то багнуло, честно говоря. Все равно. Но я уже опередил по количеству тех. А нет, 54, а у чувака 55, но я на первом месте. И у Майя 55. Да. Да не, не победят тут рок-группы. Ух ты, мега-извержение. Но это не у меня, да? А, не, вон сломала нефрит. Так, то есть нефтью. А нефти у меня нету. Кайф. Ну, с другой стороны, у меня электричество тут дофига. Так, смотрим. Вообще, даже рядом нигде ничего нету. Да. Ух, как горит все. Интересно, если я сейчас зайду рабочим, уже сгорит. Давайте мы не будем заходить. Ну тут вообще сейчас будет очень, очень много всего гореть. Есть у меня такая... Такое опасение. Так, космопорт у нас здесь. Давайте мы, наверное... В кампус контрразведку посадим. Блин, уже покупать нечего. Ну вот и куда мне эти деньги девать? Блин, я не купил. Вот дебил. Не купил ученого. Надеюсь, его сейчас никто не купит. Так, пока никто не купил. Да, вроде не выкупили. Ну, зато по дешевке достался 650. Линкор увеличивает количество доступных торговых путей, кстати. Я понимаю, что это на туризм, но... Ну, вообще, слушайте, ну 22... Нафига мне еще больше торгов? Мне уже деньги некуда девать просто, все. Давайте этих поназначаем Амани в Фуншал. А, блин, всех убивают агентов. А, так я ж разведуправление не построил. Подожди, или... Не, построил. Вообще, никак не помогает.
758-500. Там Колумбия не отстает. Чего я должна отставать, как бы говорит Колумбия? И опять же повторю, я понимаю, откуда такая наука у майя. Там у них есть бонусы и районы. Возможно, хорошо стоят. Так, ну что, урана тоже нет. Похоже на то, что урана тоже нет. Всего на карте 13 урана. Далеко, далеко. Под укри две штуки. У Гала есть. Ну, похоже, ядерку мы в этой игре не бросим. Ну, вот. Еще бессмысленно сидели 8 часов, да, получается. Все, слушайте, всего только 3 этих сгорело леса. Я думал, сейчас тут все будет гореть, сейчас такие. Лесные пожары, лесные пожары. Плюс 100%. О, озарение для всех технологий информационной эры. Блин, мне этот тоже нужен. Не, ну его заберет Византия. 21 тысячи я еще не скопил. Так, что у нас тут дальше? Запуск колонии на Марсе. Так, 3 танка нам надо. Это есть только нефть. А, мне кажется, в нефть никто даже не вышел. Ну, то есть у меня нефти нету. А, нет, есть, слушайте. Я думаю, Вьетнам не будет продавать нефть. Да. А Колумбия? Блин, у Колумбии уран есть. Как бы она в меня не бросила ядерки. Я вообще не помню, когда последний раз компьютер в меня бросал ядерку, в принципе. Тут ходов до конца 7. Так. Сможем ли мы собрать? Так, Древний мир, Возрождение, Промышленная эра, Возрождение. Должны, по идее, Хаммурапи, Амбиорикс. Есть. Отлично. Мне вообще театралок бы поставить. Как-то маловато культуры идет. О, в Эвери, кстати... Коммерческий центр тоже не помешает. А вот, в принципе, культурки подвалило. Так. Здесь, значит, кампусы и промышленные зоны соседства ставим. Сюда. Наверное, содержание. Да, вообще, у меня денег дофига. Знаете, вот это военная академия, морские порты, плюс 2 науки. Целых плюс 6 науки получил, представляете? Thank you.
Так, купим рабочих. У нас денег дофига. Клетки обрабатывать надо. Тут нам поломали все. Тут мы просто ничего не обработали по какой-то причине. Видите, ни одно болото не осушил за всю игру. Да, и так эти карты еще, наверное, для Голландии будет офигительной. Прикиньте, сколько полидоров можно поставить на этих болотах. Ну ладно, давайте в Кахокию. Чисто до 6, чтобы там какую-то денежку получать. 1500 вход. Это уже приятно, да? Нечего в космопортах строить. Не успел все открыть еще. Ну, кстати, а Метафес может дать... Нефть, я по идее могу рабочим поплыть и это обработать ему. Так, откуда мне быстрее будет? Наверное, из Фуншала. Так, сколько ходов? 6. 1500 космической гонки. Ну, это, видимо, Осман заберет. Ну, а смысл вообще в 1500? Я и так раньше всех, мне кажется, запущу. Уже два проекта, а тут даже никто космопорт не построил. Но Симон Боливар ракетостроение открыл. Византия открыла. И Майя. On this one matter, Satan and the class struggle necessarily lead. Так, берем коммунизм. Давайте посмотрим, что рационализм нам даст. Логистику и не знаю, да, давайте содержание, ладно, поставлю. 932, зашибись. И одно очко. Да, тут какого-то великого человека возьмем, если что. Может, уже и в других городах космопорты построить. Тут делать там нечего вообще. Угольная 4, мазутная. Давайте мазутную тут еще куплю у строителя. О, вот, кстати, нефть у меня. Так. Так, и дальше мы пойдем
Нет, в космическую гонку. То есть я быстрее даже проекты делаю, чем их открываю. Мне, в принципе, сейчас уже и нефть не нужна. Потому что я хотел для трех танков, а вот я уже открываю композиты. Плюс еще я думал для подводных лодок, я, наверное, в ядерной подводной лодке раньше. Ну, мне вообще уже не надо в ядерной подводной лодке, потому что нет урана. Ни в кого я ничего не кину, к сожалению. А так хочется. Вот и последнее очко для Золотого века. Так, на территории 100% морских юнитов. Каждого же... Вот двойной эффект в городе-государстве. Это классная карточка. Продолжим наши союзы. Даже уже деньги с них просить не буду, потому что уже столько валит просто денег. Не могу. Ну это вот сейчас только. Я не скажу, что в течение всей игры прям у Португалии все супер было. Опять убили. Господи, всех убивают. Всех агентов убивают. У Вьетнама там все затапливает. О, надо камень обработать. Ладно, давайте тут тоже космопорт построю. Все, хотя, блин, 62. 15 ходов. Не, 15 ходов это что-то... Мы же можем улететь к этому моменту. Но он доступен. Слушай, давайте куплю я его. 1500. Все, ученые закончились. Последний проект просто этим сделаем. Правда, не видно, где последний проект даже. Остальные вообще даже и не начинают ничего, да? Даже космопорт не построен. Давай, дружба, связанная. Хотя ты говорил, что я некрасивый сижу. Так уж и быть, я зла не помню. Говорит, что ты там чмо за монитором сидишь тут? Ну, говорит, давай дружить. Так, катастрофическое извержение, ух ты. Это у этого, Визеу, да, Визеу. Технология — это энджин изменений. Мы выбираем пойти на Луну в этом декаде и делать другие вещи. Так, а где тут что поломалось, не пойму. А, у Кахоки считается, это у Кахоки считается извержение, кстати. То есть это у нее там поломано что-то. Мгновенно предоставляет линкор. А нафиг он мне, ну, давайте я откажусь. Только содержать придется.
Тут обработано. Так, в Коимбре проект на запуск колонии на Марсе. Два хода. Так, ну мне надо эту межпланетную экспедицию искать, получается. Блин. Так, тут нам нужен ядерный синтез. Тут только прогнозирующие системы. Давайте я их открою. А вдруг? Вдруг там оно будет. Тем более прогнозирующие, даже две этих откроют здесь. Один ход всего открывается. Так, просто можно стоять. Это еще предпоследний только проект, а не последний. Исследовательские гранты. Так, космическая гонка. Пошли. Синтетическую технократию. Меня кто-то тихий украл. Эйфелева башня, золотые ворота. Фуншале. Все города как-то растут прям даже. Коимбра вообще чудесный город. Но мне не нужны эти ветряки, потому что у меня куча энергии. У меня 3 или 4 гидроэлектростанции и куча угля. Мне это все нафиг не надо. О, смотрите, восстановились леса. Нет, я с тремя союзами как играл, так и закончу. Боже, тут сплошные эти религиозные войны. Совершил настоящее чудо, проведя электричество в какой-то город, в Девадор. Но это, конечно, чудо, потому что Галия настолько слаборазвитая, что у них уже само чудо, что у них есть какое-то электричество. Все юниты позволяют нафиг, что это надо. Так, значит, что там открылось? Нифига. Ну, ускорялки стопудово будут вот здесь. То есть нам все надо открывать в любом случае. Просто хотел уже последний проект быстрее сделать. 5-4. Ладно, давайте это откроем по-быстрому. Этого инженера я пропущу. Паро. Все растет в Лиссабоне. Лиссабон растет на самом деле. Каменолом мне уже плюс 4 производства дает, просто если ставить. Да, но мне надо просто эти исследовательские гранты. Выходить в последний проект. Ускорялки и пакеда. Вот, там первый, кстати, там уже первый кто-то запускает.
Так, надо сейчас посмотреть, что купить можно. Да, Майя уже практически запустил первый искусственный спутник. А что мне не показывает, что я... А, показывает. Умные материалы осталось открыть. Пропущу инженера. Я надеюсь, там будет какой-нибудь все-таки на... Ну, плюс 100%, точнее, конкретно. Надеюсь, плюс 100%, это будет уже точно все. Нечего покупать даже, только все районы построить. Я, конечно, пройдусь по всем городам. Да, смотрите, могу у города-государства все обработать, чтобы он мне нефть давал. Так, значит. Что, могу ли я что-нибудь купить? Стадион. Несомненно, покупаем. Биржу купим. Чисто ради денег такие. Больше денег. Тратим деньги, чтобы получать еще больше денег. Все. Чистый капитализм. Вот мы его иск... О! Кстати, вот это я пропустил. Вот это нужно было сделать. И купим здесь караванчик. Так, будь здорово. Не серия без чиха, да? Да, идем на рекорд. Все скуплено, все куплено в городах. Ну да, я не спорю, что к концу игры, несомненно, Португалия раскочегаривается, и это просто бомба. Но по-хорошему вы же всегда можете ее останавливать. Осудил. Молодец. Человек с голым торсом и деревянным щитом осуждает цивилизацию, которая улетает на другую планету. Молодец. Так, наверное, электронную коммерцию стоит поставить такие. Блин, а я вообще являюсь кем-нибудь сюзереном? Да, Феса и Валетта. И можно еще какой-нибудь... Да, можно вот это, эти 5% к науке поставить еще. То есть электронную коммерцию ставим. И международную космическую... Блин. Вместо республиканского наследия, видимо. Но это, кстати, может хуже стать, потому что у меня уменьшится счастье, и, соответственно... Ну, давайте глянем, короче. Нет, больше стало, плюс 100. Отлично. Ну, это уже бесполезно. Я не хочу пересаживать Лян, например, менять местами. У меня самый производственный, на самом деле, Коимбра. Но я не хочу что-то там менять. У меня и так все быстро улетает. Пульс паровой машины? Да, наверное. Ай, ладно, возьму этого инженера. Ну, этот мне не нужен, у меня есть 1500. У меня там один проект остался, мне этот проект просто найти надо. Хотя бы.
Да, давай Каимбри. Плюс к довольству. Культура мне точно не нужна, я по-хорошему. Ну, синтетическая диакратия неплохо, конечно, плюс 10%. Но, в принципе, да. Смотрите, у меня тут появились ресурсы, надо торговать. Видимо, с кем-то закончилось. Это счастье, это как раз повышает науку. Ну, 316 идет из-за переизбытка очков великих людей. В смысле, что за пере... Какая-то новая механика. Запретить постройку угольных электростанций. Нет, не надо, я уже все построил. Теряют 5 боевой мощи, не знаю, тяжелая кавалерия. 2 очка дипломатической победы. Я так валюсь в себя. Ну там дипломатии, правда, не победить явно. 9 из 20. Так, запретили угольную. Ближний бой. 2 очка Poundmaker. Ну, я 1 очко получил, значит. 5% культуры не хочу. Так, торговля. Кофе 2 у бразильца. И что еще у бразильца может быть? Походу это все. Дальше благовония. Колумбия есть 2. Откуда он, кстати, взял? Не было ж у него. Поставил какие-то города новые. Гипс турок. Алмазы я не могу уже с ним торговать, у него есть янтарь просто. Мед можно еще. И трюфель. Давайте трюфели сначала. Мед. Там я нефрит торговал, янтарь у него есть, апельсины. Да, Колумбия проставляла городов он к концу. Тут Эфиопия с Византией воевали, никто никого не захватил. Турок с бразильцем воевал, тоже никто никого ничего не захватил. Еще майя, кстати, воевали с этим. Тоже никто ничего ни у кого не захватывал вообще. Такая веселая игра. Никто никому ничего. Португальские специалисты улучшили Фесу добычу нефти. Случайно нажал. Так, сейчас мы должны, по идее, увидеть, что тут после ядерного синтеза. Надеюсь, все-таки последний проект там будет.
И... В Колумбии эти 523 науки это пока максимум, которые они смогли все-таки сделать. Крупное наводнение. То у нас, то у Вьетнама. I am a big proponent of harnessing the power of few. И... Блин, силовые ячейки. Ну, вы прикалываетесь, да? Да, робототехнику надо открывать, чтобы увидеть итог, где у нас последний проект. Не знаю, надо ли мне... Ну, ладно, построю королевское общество. На самом деле, по-хорошему, я даже, наверное, не буду использовать. У меня и так будет все в один ход строиться ускорялки. Пенгалу кто-то выкинул из Лиссабона. Вот твари. Какой хороший пухлый парень. Нет, говорят, пойди из Лиссабона. По наветам чужих шпионов. Так, следующим ходом мы увидим, где еще, кстати, а что по улетанию у нас? Второй проект только Майя доделывает. Не, ну меня тут уже не догнать. Да. Я думаю, всем понятно. Вопрос только, сколько ходов? А, это остались у нас... Отменился этот решение Конгресса, что у меня был дополнительный торговый путь. Да вы прикалываетесь, селян выбросили. Вот сволочи. Ну, кстати, раз такое дело, то можно Магнуса пересадить в Коимбру тогда. Точнее, даже не в Коимбру, наверное, а в Лиссабон, чтобы он как в центре, ну и прокачать его на соседство всех производственных площадей. Опять, что ли, считается, что это Кахокия, да? Прикол. Так, ну что? Да, блин! Силовые ячейки надо открыть сначала. Так, силовые части, значит, Магнуса я в Лиссабон хочу. И прокачиваем его на промышленник, потом кооперация. Пенгалу назначаем в Коимбру. Ну, уйдет немного производства здесь, да, но все равно Коимбра... Самый производственный город у меня будет. Мгновенно предоставляет подводную лодку. Нафиг надо. Так, а когда Лян появится? 4 хода. Лян, кстати, в Фуншал можно будет тогда кинуть. Complete becomes complete.
И вот оно. Умные материалы, потом сюда идем. Да, давайте, наверное, Амане в Эвору, а Лян потом, когда она появится, в Фуншал. Ой. Чуть не вышел. Здесь меня Эфиоп осуждает. Я тут что-то вот... Если Гал, я еще хотя бы понимаю, почему он меня не любит. О, у него город отвалился. То почему меня Эфиоп не любит, не понимаю. Потому что я с Византией в дружбе. We find everywhere men of mechanical genius. Синтетическая технократия, коммунистическое наследие, республиканское наследие. Эти торговые наследия не используют, там еще плюс 10% было бы. Действующие губернаторы счастье дают. Так. Довольство во всех городах с двумя и более специализированными районами. Так. 1067. Правление будущего прокачано. Открываем его. Так, здесь запускаем последний проект. Да. Мы полетели, осталось только это ускорить. Давайте, наверное, я не думаю, что тут будет что-то интересное, просто уже включу к концу партии. Я думаю, тут понятно, что компьютеры просто уже не могут меня догнать, в принципе. Сейчас гляну, что они даже не открыли возможность третьего проекта. Просто даже теху не открыли, чтобы ее запускать никто. А нет, вот майя открыли. Но дальше им будет очень далеко. Кстати, да, у них майя. А нет, вот и колумбийцы открыли. И Вавилон открыл. Но они точно за мной не поспеют. Так что отключаюсь. Мне тут случайно повезло. В общем... Флотоводец пришел очень в тему, который дает две случайные технологии, Грейс Хоппер. Давайте посмотрим. И мне остались, собственно, две техи. Думешь, давайте посмотрим. Блин, там еще были скрытые эти. Технология скрытности. Ладно, на один ход только мы приблизились. Ну вот, открыли межпланетный полет, ставим везде ускоря... Ну, не везде, точнее, где у нас космопорты есть. Так, это лазерная станция у нас будет. Конечно, так много не надо, но просто, чтобы не возвращаться. Исследовательские гранты нам тоже, кстати, уже больше не нужны. Подготовку спортсменов проведем. Так. Постройка наземной лазерной станции. Не знаю, почему они сделали две, вторая, которая требует алюминий, которого постоянно не хватает.
Давайте глянем, сколько нам вообще эти гранты приносили. Вот сейчас у нас 1153, это все города у меня гранты делали исследовательские. Сейчас, видите, на следующий ход отменяю, посмотрим, сколько реально эти гранты... Ну, то есть, грубо говоря, сколько у меня производства было в науку вложено. То есть 1153. Следующим ходом оно должно быть... О, это он кого-то поймал? Точно, поймал. Гал пытался губернатора убрать. Ах, он тварь. Вот, на родной территории. Прокачиваем. Ну, тут уже нету, знаете, в Махенджи-Даро все. Кинем. Зачем-то. Итак, 1153 науки. Сейчас без, без грантов она уйдет. По-моему, 15% от производства, если вы читаете гранты, 15% потраченного производства идет вот в науку вход. Не, значит, она не сразу уходит. Со временем просто уходит. Видимо, потому что, ну... Ну, в общем, не может такого быть, чтоб всего лишь 20 науки давало. Так, в кампус. Давайте дальнюю связь, а потом уже технологии будущего будем открывать. Ну, можно подводить итог. Я не понимаю, откуда... Ну, вот, вообще 911, вот. Вот это можно сказать. О, галы мне войну объявили напоследок. Такими стрельцами и пикинерами идут, господи. Нет, нет. Сокрушил он, опять у него к этому фуншалу, у него какая-то нездоровая любовь постоянно. Фуншалу. Да. Непонятно, откуда столько науки у Колумбии до сих пор. Вот. Потому что вы можете сравнить с другими цивилизациями, которые тоже вполне нормально развивались. И тут нельзя сказать, что они чем-то хуже Колумбии были. У научных государств даже бонусы были определенные, но почему-то больше Колумбии было именно у Колумбии. Такое ощущение, что это очередная какой-то баг очередной. Так, технологии будущего открываем. О, кстати, у Колумбии там что-то. Я не могу человекоподобных роботов построить, потому что у меня нет урана. Кстати, вдруг мне кто продаст? Я бы тогда тут... Так, это не хотит продавать. У кого-то он еще есть. У Колумбии и Вавилона. Не. Уран реально никто не хочет продавать. Можно, наверное, не пробовать. Тут такая страшная армия пришла. У-у-у. Так, а вообще у меня пушечки в более сильное что-нибудь могут? Вот, пулеметная рота, например. Посильнее обстреливать. Осудить еретика. О, так как куб уже 10 производства, прям ход вообще зашибись. Не, конечно, караваны, которые будут 10 ход давать, это серьезное подспорье. 10-24. посла. А, Гал опять в войне, естественно, и
С Вьетнамом тоже стал. Мне кажется, мы сейчас уже улетим. Что тут? Хотя нет, нет, не этим ходом, через ход. О, он дает мне уран. Вот это я приму. Я хочу сейчас купить этого человекоподобного робота. Правда, уже поздно будет. Но я хочу. Да, я думаю, в следующем. Мы уже... Да, 21 прошли, и мы 16 световой ход в 9. Да. Улетаем. Еще нау тут дерутся такие. Наше время еще не прошло. Пускай вы летаете в космос. И да, Португалия выглядит сильной только в конце игры. То есть у нее в начале вообще нету ничего. И мне кажется, в сетевой просто если договорятся соседи ее распилить. То есть в конце, и то, знаете, в конце у нее просто деньги куча. Вот как мне, вот, мне сейчас эти деньги... Мне... Просто помогло в конце последнее здание купить. Но как они вот мне помогут улететь быстрее других? У нее... Тут в этом плане, например, даже Германия круче, потому что у нее много производства с ее этими ганзами. Они больше помогут в науку куда-то уйти. Как вот тут деньги вам помогут реально быстрее улететь? Вот эти... Есть караваны, которые вот сейчас у меня... Караваны 10 производства дают, да? Вот это, ну, действительно неплохо. Но это развиться надо. То есть я не чувствую, я все-таки не чувствую, что Португалия какая-то имба. Есть у меня тут количество денег вход. Ну, в другом месте сейчас я вам покажу. Все равно, к сожалению, нету золота вход, но есть просто золото, видно, да? Как, то есть, вот где его тратить? Вот я раскочегариваюсь к концу игры. Отлично, там потратил его на порты и лаборатории. А все, а куда дальше? Юниты только если на кого-то нападать, ну, там человека может быть и так. Юниты, самолеты, ну самолеты можно купить было бы, да, а не строить. В этом тут соглашусь. Ну а так, в принципе, ну, вообще у меня была какая-то очень... Легкая партия. Ну ладно, обещанная код от карты, как я вам говорил, вот в начале вот эти все настройки, вот внизу вводите при создании карты вот это число. Там два поля, в оба поля одинаковые числа вводите. Ставите те же настройки, там те же цивилизации в те же слоты, что я ставил, у вас будет точно такая же игра. Спасибо, что досмотрели до конца. Пробуйте теперь. Ваша очередь попробовать. По-моему, карта интересная сгенерировалась. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!